Калмыкии будут выявлять земли для создания на них туристических объектов. Республика вошла в число регионов, где будет реализовываться одноименный проект Росреестра «Земля для туризма». Новый сервис работает на публичной кадастровой карте и позволяет всем желающим в режиме онлайн получать необходимую информацию о земельных участках. Иными словами, суть проекта заключается в том, чтобы государственные земли передавать для создания на них объектов туристической инфраструктуры в упрощенном порядке. Вошли в пилотные регионы, в которых будет развиваться проект «Земля для туризма». Указанный сервер предназначен для того, чтобы упростить поиск нахождения земельного участка. Этим сервисом, конечно же, будут пользоваться те предприниматели, которые уже занимаются туристической деятельностью и хотят его расширить, либо те предприниматели, граждане, которые хотят заняться этой деятельностью впервые. Вот. И с помощью указанного сервиса можно выбрать земельный участок, посмотреть его первичные данные, такие как площади, категории земель, адрес земельного участка. А используя навигацию в сервисе, можно посмотреть окружающую инфраструктуру указанного земельного участка, который хотят взять для туристической деятельности, какие объекты рядом расположены и так далее. Соответственно, указанный сервис также имеет формулу обратной связи. Любой заинтересованный инвестор может обратиться по поводу вопроса получения или приобретения земельного участка, используемого для туристической деятельности.